Здорово, с вами Муборг, я Трэш, и сегодня у нас обзор увлекательного раннера под названием Painsurfer. Пластмассовый паренек, подрабатывающий маляром, стал свидетелем того, как странный портал засосал все краски пластмассового мира. Наш герой решается прыгнуть в портал, дабы, собрав все краски в галактике, вернуть родному городку былую красоту. С первых уровней обучения вы быстро ознакомитесь с управлением и особенностями геймплея. Тапая в левом углу, вы будете осуществлять прыжок, а за счет реактивного ранца вы сможете прыгать дважды. В правом углу размещены кнопки двух цветов, и тут мы переходим к интересной особенности Painsurfer. Дело в том, что помимо прыжков по платформам, вам следует окрашивать их шарами с краской в цвет героя до того, как он соприкоснется с ними. В противном случае паренек потеряет жизни и равновесие. Но и это не главная сложность Painsurfer. Каждый уровень будет преподносить новые сюрпризы, вроде батутных и рушащихся от одного касания платформ. Благо, на пути вам будут регулярно встречаться бонусы, вроде молнии для ускорения и иммунитета, ботинка для дополнительного прыжка или магнита для сбора большего количества банок. Кстати о них, собирая банки, разбросанные по уровням, вы сможете приобрести за них те самые бонусы, наушники, реактивный скейт и мотоцикл. За счет цветного дыма приобретенного транспорта вы сможете быстрее идентифицировать цвет героя. В общем, Painsurfer — это необычный хардовый раннер с интересным геймплеем, способным весело скоротать ваше время.